И это что такие за у-у-у-у-у? Кстати, лисы точно так же делают, как и белки. Такое у-у-у-у-у, как маленькие белки. Она пришла, она сегодня лиса-подозревака. Она такая, куда это ты пошел? Что это ты с клеткой какой-то пошел? Сено у меня набрал. Что это ты воду набрал в поильник? Это что ты такое делаешь? Что это ты такое? Корм зачем-то взял? А кто там у тебя в коробке? Такая подозрительная лиса. Но спокойная. Спокойная, потому что не чует. А может быть, чует носом своим? Но, скорее всего, нет. Я ей не показывал. Соседи позвонили, принесли бельчонка. Бельчонок, у него лапа то ли свернута, то ли подвернута. Но я думаю, что ему недельку надо, судя по белкам с прошлого года. Ого, какая у тебя пасть! Ему надо недельку посидеть. Он был в коробке, там света не было, поэтому он даже не пил. Потому что он только из гнезда еще не понимает, как, чего в этом мире. Вот. А, вот, вот, вот она его и унюхала. Да? Вот такая, что-то странные запахи у вас тут в кабинете. Но я его посадил в клетку, он сразу же попил, потому что носом ткнулся в резервуар с водой. Ну ладно, ладно. И сейчас дружественно заснул. И он так же делает, как Алиса. Алиса делает гу-гу-гу-гу-гу-гу весной. И этот маленький тоже делает гу-гу-гу весной. Только не надо спрашивать, можно ли Алисе отдать белку. Все же нельзя, конечно же. Это грызун, и она его... Она им позавтракает, или поужинает, или пообедает. Это же девочка хищная. Это она с моей рукой такая ласковая сейчас. Та-та! Просто она не очень хочет сейчас вообще есть и так далее. Весной хочет играть больше. Ой, ну хватит. Ой, вонючая какая. Это вообще приходит иногда, иногда вообще ничем не пахнет. И иногда просто... О, вот. А рука-то может выбраться. Ты как это, оседлая руку. Инструкция лисы, как оседлать руку человека, а потом жить у него дома 7 лет, питаться и в ус не дуть. Чем пахнет? Мне так кажется, от тебя сейчас такой амбре, Алиса, что это я привыкший. Кто спрашивал, пахнут ли лисы? Лисы иногда вот весной, вот, они пахнут. Да, причем я не знаю, то ли они территорию метят, поэтому пахнут. То есть я вообще не понимаю. Но просто страшно. Что, говорит, пахнет? Нет, глаза режет. Ты? Зубы чистила? А? Признавайся. А бачки такие еще большие. Такие значительные. Выгуливающая меня лиса. Пока я пью свой чай. Вип. Да, цвет чуть другой. Алиса меня выгуливает. Иди сюда. Даже разрешает ее погладить иногда. Но не всегда.
Вот. Молодец. Погоди, погоди, погоди. Утреннее нападение на руку, что ли? Я думал, мы так посидим с тобой, поговорим про погоду, про то, кто ночью выл поблизости, какие тут собаки, кто приходил, какие птицы прилетали. А ты сразу покусаться. Очень интересно. Всегда поражаюсь. Смотришь на тебя и думаешь, что ты такая домашняя лиса, когда ты вот в таком настроении. И все хорошо. И можно тебя на поводок, на шлейку и с тобой гулять. Либо ты гуляешь с человеком, который пристегнут тебе поводком. Привязан к тебе поводком. Вот, хвост на меня положила свой. Но ты же вредная. И настроение у тебя меняется. От нормального на дикое. Только что кусала мой валенок. Когда я тебя не пустил на кухню. Кто это был? Кто? Преградил путь валенком, так ты его покусала. Да. Любит выгуливать человеков. Страшное дело. Человеки иногда находят вкусное мясо и отдают его своей хозяйке. Вай! Раскрыл все тайны. Все. Злая рука. Злая рука должна подойти сама. Да. Все. Ну и поиграть хочется, конечно, и поваляться. Тут как-то всегда надо выбирать, а выбирать не хочется. Все. Вот так утром Алиса выгуливает человеков. А то человеки, когда выйдут на улицу, посидят на газоне, на листьях и найдут Алисе какие-нибудь вкусные куски сыра, мяса, еще чего-то. Только на прогулке. А потом балдежная лиса балдеет. Итя. Все, не будем мешать Алисе балдеть. Пусть продолжает. Куда побежал? Скоро будет процедура по мытью хвоста Алисы весной. Да, это будет страшно. А может быть и нет. Может быть, она уже к этому времени скажет, ну ладно, ванна так ванна, я готова. Да что ж такое-то? Я тоже так умею. Вот, пожалуйста. Не любит проигрывать. Это ужас просто как. Кто же любит-то, да? Ну ладно. А вот, собственно говоря, бельчонок, он спит. Попил. И все. И спит. А вот Алиса. Тоже очень похожая по цвету. Делает такие же звуки. Но 40 раз тяжелее. И больше.
Ну что? Она, кстати, пришла меня на улицу звать. Вы думаете, как она? Она приходит, сначала так со мной чуть поиграет, а потом говорит, ну все, пошли. Пошли на улицу, пора. Что-то ты тут засиделся, друг мой. Надо бы уже идти. Да? Чук спать. Спать. Храпеть. Видите, какая дрессированная? Как вот научить лису спать и храпеть одновременно? Все. Sure.